смотрите прямо сейчас. Выяснение отношений между школьниками закончилось смертью одного из них. 500 000 за победу. Глава Бурятии поздравил серебряную чемпионку мира по вольной борьбе. Рай для любителей почитать. В Улан-Удэ стартует книжный салон. Первые всемирные игры кочевых народов прошли в Кыргызстане. Чему поучиться бурятским спортсменам и кто стал победителем соревнований? Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале АТВ. В студии для вас работает Юлия Пермякова. В начале выпуска короткий обзор событий среды в картине дня. От долгов не убежишь, а тем более от алиментов. С 1 октября в Федеральной службе судебных приставов в Бурятии начнет работу новый отдел. Его главная задача – взыскание алиментов с нерадивых родителей. Сотрудники нового отдела также будут применять принудительные меры по производствам о предоставлении жилья детям-сиротам, а также об определении порядка общения несовершеннолетнего с одним из родителей и отобрании ребенка. Таких отделов, направленных на поддержку социально незащищенной категории населения по всей России, насчитывается не более 5. Владимир Спиваков приглашает. 2 грандиозных концерта под таким названием состоятся в Улан-Удэ. Знаменитый маэстро не только выступит перед публикой, но и станет почетным гостем на праздновании, посвященном 250-летию с момента основания Института глав буддистов Восточной Сибири и Забайкалья Пандита Хамбо-Лам России. Напомню, в прошлом году Владимир Спиваков приезжал с оркестром «Виртуозы Москвы». В этот раз под его руководством будет выступать филармонический оркестр России, который исполнит композиции из репертуара Моцарта, Чайковского, Верди и других знаменитых композиторов. Концерт состоится 25 и 26 сентября в Театре оперы и балета. Народный артист России Иосиф Кобзон выступит на одной сцене со звездами бурятской эстрады в Чите. Концерт будет благотворительным. Все собранные средства пойдут на восстановление сгоревшего Сокчендугана Агинского Дацана. Напомню, Сокчендуган, посвященный Будде Шакьямуни, сгорел 27 мая. Он был шедевром бурятского зодчества, украшением и гордостью всех забайкальцев. Считается, что он был возведен в 1886 году. Благотворительный концерт для восстановления буддийского храма пройдет 3 октября в 19:00 в Большом зале Дома офицеров в Чите. И начнем выпуск с происшествий. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Напомню, накануне в Мухашибирском районе поступило заявление о пропаже ребенка. На поиски были брошены все силы. В одном из заброшенных домов было найдено тело девочки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-следственных действий был задержан 15-летний подросток. Выяснилось, что девочка и подозреваемые вместе шли со школы. Повздорив, они забежали в заброшенный дом, где начали кидаться камнями и осколками кирпичей. Один из них попал в школьницу. От полученного удара девочка упала и захрипела. Подросток, испугавшись содеянного, столкнул тело ребенка в подполье и закидал сверху кирпичами. По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Тем временем в Бурятии разыскиваются несовершеннолетние, сбежавшие из спецшколы закрытого типа. Расположено общеобразовательное учреждение для трудных подростков в селе Шалут из Заиграевского района. Известно, что 20 сентября трое друзей самовольно покинули стены школы и до сих пор не вернулись. Полиция разыскивает 14-летних мальчиков – Дениса Тугаринова, Сергея Коркина и Дмитрия Любченко. Предположительно, все трое сейчас находятся в Улан-Удэ. Если вы владеете какой-либо информацией о нахождении подростков, просьба сообщить по телефонам 41 66 45 и 41 66 37. Уже 11 исков подано в суд по оспариванию выборов на 6-м округе. Как известно, победителем на этом округе стал новоизбранный мэр Александр Галков. Число желающих оспорить выборы неуклонно растет. Еще в пятницу было известно о 8 поданных заявлениях. А сегодня в железнодорожном суде заявили, что число заявлений выросло до 11. 10 из них приняты к производству. Еще одно пока находится на рассмотрении. Экзамен для сотрудников домоуправления. В ближайшие 8 месяцев все управляющие компании должны будут получить лицензию для осуществления своей деятельности. В противном случае им придется покинуть рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. Решать судьбу управляющих компаний будет жилищная инспекция. Процедуру выдачи лицензии и проведения квалификационных экзаменов для директоров и должностных лиц управляющих компаний должна начаться с 1 сентября 2014 года. С 1 мая 2015 года будет введен полный запрет на управление на квартирными домами без соответствующей лицензии.
Также на совещании глава Бурятии Вячеслав Наговицын уточнил ситуацию с платежами за общедомовое имущество. Мы передвигаем срок по введению платежей на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Мы получили поддержку предварительно во всех комитетах Народного Курала. Завтра такое решение будет принято. С 1 ноября платежи начнут выставляться. То есть первые платежки пойдут в декабре месяце. Значит, те платежи, которые прошли у граждан, они будут зачитываться в эти платежи. Вячеслав Наговицын не исключил возможность оказания помощи жителям в проведении капитального ремонта. Однако глава подчеркнул, что платить придется всем. Жителям же осталось определиться, куда они будут сдавать деньги. Либо в фонд капитального ремонта, либо на спецсчет своего дома. Также на совещании у главы республики обсудили создание благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Бурятии. Из доклада министра экономики республики Татьяны Думновой стало известно, что работа над созданием условий будет строиться по определенному шаблону, которого должны будут придерживаться районы республики. Вся эта деятельность будет проходить под непосредственным контролем глав муниципальных образований. Вы должны начать образовывать экспертные группы по внедрению мониторинга муниципального стандарта из числа местных предпринимателей и инвесторов. Далее, в ноябре мы планируем провести обучение по внедрению стандарта для муниципальных служащих, членов экспертных групп и муниципальных проектных управляющих. План действий для каждого района должен быть готов к концу этого года. С 2015 года должен стартовать сам процесс внедрения муниципального стандарта. После внедрения каждому району будет поставлена оценка за проведенную работу. Земля по дешевке и без конкурентов. О странных продажах городских земельных участков вам расскажет Владимир Банчиков. Время еженедельной рубрики «Золотые перья». Здравствуйте, на календаре среда, день выхода нашей постоянной рубрики «Золотые перья». Я Владимир Банчиков. Честно говоря, за все время выхода в эфир нашей рубрики мы впервые столкнулись с таким единодушием нашей пишущей братьей. Это единодушие касается выборов, оценки выборов мэра города Улан-Удэ. Даже обычно осторожный информполис. Думаю, смысла говорить на эту тему нет. Вы все прочитаете сами. Просто мы все дальше уходим от демократии. И все ближе, буквально семимильными шагами, приближаемся или уже приблизились к власти номенклатурно-олигархической верхушки нашего любимого города. Читайте во всех еженедельниках, как это было. А теперь чуть подробнее о других, на наш взгляд, наиболее интересных материалах. Номер один и статья «Земля по дешевке и без конкурентов». Власти Улан-Удэ по странной схеме продают земельные участки десятками. На аукционах нет конкурентов, цена ниже рыночной. Про массовую распродажу никто не знает. Торги признаются недействительными, и земля сразу уходит кому-то в собственность. В мутной истории разбирался номер один. Где школы и детсады будем строить, ребята? История, может, и законная, но крайне некрасивая, учитывая постоянные стенания мэрии об отсутствии земли для социальных проектов. И еще одна отличная статья в том же номер один. Миф о озеленении Улан-Удэ. Сегодня у города на деревья нет ни копейки, но на цветы, которые нужно сажать ежегодно, а пользы на порядок меньше, без труда находится десяток миллионов. Если попытаться разобраться в причинах такой сильной чиновничьей любви к цветам, невольно возникают подозрения. Ведь это все равно, что ремонтировать одну и ту же дорогу каждый год. Деревья, между тем, продолжают сохнуть. И напоследок. Наденьте на Ленина шапку, и турист попрет. Под таким заголовком вышла заметка в центральной газете. Суть в том, чтобы осенью или в начале зимы устроить флешмоб на главной площади столицы Бурятии. По замыслу здесь должно собраться большое количество молодежи, которая одновременно наденет на себя шапки. В центре мероприятия должна оказаться знаменитая улан-удэнская скульптура головы Ленина, расположенная на площади Советов. На нее тоже должен водрузиться огромный теплый головной убор, рассказал Андрей Бородин. Реакция лидера бурятских коммунистов Вячеслава Мархаева была предсказуема. «Иначе чем бредом, подобную идею чиновников я назвать не могу», заявил Вячеслав Мархаев. «Будем особо горячие головы наших власть имущих, что называется, остужать, создавать общественное мнение. Сил и ресурсов у нас для этого хватает. А подобного кощунства не допустим. Ленина в обиду не дадим. Согласен, что туристов к нам привлекать нужно, однако мэрия избрала явно не тот путь». Кстати, хочется напомнить господину Бородину, что в сознании большинства Ленин все-таки в кепке.
На сегодня это все. Увидимся через неделю. Далее о новостях спорта. В Улан-Удэ пройдут региональные соревнования по плаванию. 25 и 26 сентября в бассейне ФСК за звание лучших пловцов будут бороться около 200 спортсменов из Монголии, Бурятии, Иркутской области, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев. Специально на турнир приехали делегация судей международной категории. На пресс-конференции гости признались, что их истинная цель – подготовить почву для развития в нашей республике. Приехали сюда для того, чтобы помочь и здесь не только в проведении соревнований, но и как бы заинтересовать всех участвующих в этом, в развитии плавания. Вот. Первостепенная задача – это развитие плавания и научить детей плавать. Это первая оздоровительная задача. Ну и вторая задача – как можно больше участников, чтобы было в этих соревнованиях. Можно сделать не просто традиционными соревнованиями большими, можно эти соревнования включить как один из этапов Кубка Сибири, это вполне возможно. И сюда приедут очень много участников. А у нас округ такой, что наши спортсмены, наши пловцы, то есть они выступают и на всероссийских соревнованиях очень хорошо. И приезд сюда такое количество пловцов, которые покажут, что они могут, и здесь будет плавание развиваться более успешно. Помимо включения этих соревнований во всероссийский календарный план, гости и представители Бурятской федерации спорта совместно обсудили возможность проведения марафонских заплывов на Байкале. Холодная вода не является преградой, уверены наши тренеры. Заплывы могут производиться в заливах, а не в открытом озере. При этом в гидрокостюмах можно плавать с начала июня вплоть до октября. Между тем, сегодня глава республики лично поздравил серебряную чемпионку мира по вольной борьбе. Вячеслав Наговицын вручил Ирине Алагоновой сертификат на 500 000 рублей. Напомню, 24-летняя спортсменка с 8 по 14 сентября участвовала в мировом первенстве по спортивной борьбе, которая проходила в Ташкенте. Весе до 55 килограммов наша землячка одержала победу над 4 борицами из Испании, Канады, Туниса и Украины. И в финале проиграла лишь японке Чико Хамада. Таким образом, Ирина Алагонова стала второй чемпионкой мира по вольной борьбе. Я хочу от всей души поздравить вас с этой огромной победой. Без сомнения, для нас это большая честь, это продвижение Республики Бурятия. Вы в данном случае прославляете не только себя, но и всю, и не только школу борцовскую, но и всю Бурятию. Сейчас последний завершающий, это был чемпионат мира. К нему, конечно, подходили большим усилием, да, действительно, чтобы доказать то, что бурятская школа еще цветает. И будет результат, я думаю. Это медаль касается, можно сказать, всех. Это общая работа. Огромное всем за это спасибо. Ну, а в дальнейшем у нас только одна цель – это Олимпийские игры. И будем уже готовиться. И обязательно хотим попасть, и, надеюсь, мы попадем. Покажем хорошую борьбу и завоюем медаль. Отмечу, Ирина Алагонова уже 19 лет занимается борьбой. Она тренируется у Андрея Бузина, который также является тренером олимпийской чемпионки Любови Волосовой. Достижение Ирины на чемпионате мира в Ташкенте – одно из самых высших и крупных побед за всю историю бурятских бориц. В преддверии книжного салона 25 и 26 сентября в столице Бурятии пройдет 19-я ежегодная ярмарка книг, собирающая почти сотни любителей чтения. В этом году посетителей салона ждет много нового и интересного. Уже завтра в Улан-Удэ прилетит главный гость мероприятия – московская писательница Анна Берсенева. Все подробности у Натальи Набаевой. Анна Берсенева пробудет в Бурятии всего пару дней, в течение которых и будет проходить книжный салон. У жителей республики появится редкая возможность вживую пообщаться с автором знаменитых женских романов и познакомиться с Анной лично. В рамках ярмарки также состоится презентация альманаха «Паровоз», в который вошли именитые бурятские писатели. Помимо прочего, организаторы салона приготовили еще пару-тройку сюрпризов. Мы буквально вот как бы обычно начинаем книжный салон готовить чуть ли не весной, а здесь вот у нас получилась такая импровизация. И эта импровизация, она связана с недавними гастролями в нашем городе театра имени Евгения Вахтангова. Дело в том, что в этом году театр имени Евгения Вахтангова выпустил две книги.
Это книга Гражины Байшкити «В саду Римаса Туманиса». Она рассказывает о художественном руководителе Вахтанговского театра. «В саду Римаса Туманиса» и второе произведение «Вахтанговские легенды» представлены в Национальной библиотеке в единичных экземплярах. Одну из них организаторы салона подарят тому, кто придет в самой красивой маске на перформанс «Маскарад», который также пройдет в рамках книжной ярмарки. Но и это еще не все. 25 сентября в 14:00 мы приглашаем гостей и жителей столицы на встречу с известным кинорежиссером Салбоном Лабденовым. Мы ждем как тех, кто просто хочет поближе познакомиться с самим режиссером и с его творчеством, так и тех, кто хочет свою судьбу связать с киноиндустрией. В рамках 19-го книжного салона Национальная библиотека совместно с Радио Сибирь Байкал проводит первую социокультурную акцию «Книговорот-2014», которая будет проходить 26 сентября в 12:00 на Театральной площади возле театра Опера-балета. Акция заключается в следующем. На простом принципе. Прочитал сам, поделись другим. Другими словами, любой желающий может обменять свое любимое произведение на другую понравившуюся книгу. В Европе такой буккроссинг давно популярен, у нас только набирает обороты. Книжный салон ждет всех литературных гурманов завтра в 11:00 в здании Национальной библиотеки. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, «Первая альтернативная». В конце выпуска предлагаем вам посмотреть, как кочевники всего мира собрались, чтобы определить, кто быстрее, выше и сильнее. В Кыргызстане прошли первые всемирные игры кочевников. Соревнования проходили по этническим видам спорта. Что это за виды спорта и кто стал победителем? Смотрите репортаж из Кыргызстана. На берегу небесно-синего Иссык-Куля собрались спортсмены из 18 стран. Главная задача – культурное единение не только стран Евразийского континента, но и всего мира. Открытие игр просто поражало своей масштабностью. Представление включало в себя 14 действий, каждая из которых показывала историю кочевых народов от возникновения и расцвета цивилизации до настоящего времени. Некоторые виды спорта отличались самобытностью и зрелищностью, порой даже за счет первобытной жестокости и натуральности. Так, например, игра кокбару, когда игроки, восседая на лошадях, отбирают друг у друга тушу козла, чтобы закинуть ее в казан. Этот вид спорта распространен в Кыргызстане, Пакистане, Афганистане, Турции и на Алтае. Игра очень травмоопасна. Спортсменов готовят с 2 лет. Надо иметь силу, дух надо иметь. И самое главное, лошади играют в этой игре главную роль. Лошади должны быть выносливые очень, быстрые должны быть и обученные, самое главное. Не обошлось и без традиционной борьбы на кушаках. Турки вне соревнований даже продемонстрировали приемы, которые используются у них на родине. Ну а абсолютным чемпионом стал представитель Монголии. Сейчас идут игры кочевников в Кыргызстане. В этих играх я участвовал в борьбе «Алыш-Кураш» и стал абсолютным чемпионом. Монголы и буряты – один народ. Я передаю привет всему бурятскому народу. Игры освещали 250 журналистов. Для них специально был разбит шатер. На спортивных площадках можно было увидеть репортеров BBC, Russia Today, Аль-Джазиры, нашего канала, а также представителей Азербайджана, Турции, Германии, Монголии, Казахстана, Польши и Швеции. Многих покорила игра «Эр-Эниш», когда наездники пытаются сбросить друг друга с лошади. Зачастую до последнего неизвестно, кто станет победителем. У нас пока этот вид спорта не очень развит, однако кыргызы готовы рассказать о нем жителям Бурятии. Братьям из Бурятии желаю самого наилучшего процветания и желаю, чтобы они приезжали на наши игры, вот такой фестиваль, когда будем приглашение давать, пусть обязательно приедут, потому что вот приезжали алтайцы лет 10 тому назад, вот они... Когда приехали, у них почти ничего не получалось, игра. А вот со временем они уже научились, хорошо стали играть. Так что я желаю братьям-бурятам
чтобы они приезжали к нам в гости. Вот хотя бы просто посмотреть игру для начала, посмотреть, освоиться. Всемирные игры кочевых народов – это не только спортивные состязания. Это общение, знакомство с другими культурами. Ну, что сказать, самое главное, праздник состоялся. Я думаю, что этот праздник объединяет все народности, все этносы, все культуры, которые представляет кочевой народ. За эти дни были прекрасные соревнования. А самое главное, даже не соревнования, а самое главное, что народ объединяется. Что нету никаких вот политических там разногласий, нету таких приграничных разногласностей. Всегда как бы, всегда кочевой народ, всегда они дружили, радовались. Всем привет, меня зовут Таня, я занимаюсь танцами, и я приехала на этот праздник, чтобы станцевать для людей и спортсменов, которые участвуют на этой игре. Я передаю вам привет, привет для Бурятии, и я хочу, чтобы вы в следующем году к нам приехали, потому что это очень интересные игры, и Кыргызстан, он старается развить именно эту среду, именно кочевников. Мы очень любим всех вас и ждем вас в следующий раз. Площадки не вмещали всех желающих. Для кыргызов это знаковые игры. Для них это возрождение народа и выход на международную арену. Когда в открытии было, я в параде выступал, у меня дух. Вы знаете, я вот проходил, мне даже, ну, даже от земли я считал себя метр выше поднимался и шел. Впереди президент шел, сзади сколько там судей, игроки. Это же для нас гордость получился. Надо уважать предков. Это предки-то нам не оставили наши вот эти обычаи. Победу в общем медальном зачете одержала сборная Кыргызстана. Серебро взяли спортсмены из Казахстана. А третье место досталось команде из Туркмении. Со следующего года Всемирные игры решено сделать традиционными. Надежда Хлыстова, Александр Хамаганов, Кыргызстан. У меня вся информация на сегодня. Спасибо, что были с нами. Следить за событиями республики вы можете на нашем сайте или в социальных сетях. Напоминаю, если у вас есть чем поделиться, звоните нам по телефону 45 43 09. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.